503 миллиона рублей льготных займов выдал фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. Такова статистика за 10 месяцев текущего года. Этой меры поддержки воспользовались порядка 300 фирм и организаций. Эти средства они направили на закупку нового оборудования, расширение производства, а также на зарплату сотрудников или погашение кредитов. Льготные займы – одна из самых эффективных мер государственной поддержки бизнеса. Максимальная сумма – 5 миллионов рублей. Выдается на срок до 2 лет. В период пандемии коронавируса губернатор Игорь Руденя принял решение установить все ставки фонда на уровне ключевой ставки Центробанка не более 4,25% годовых. Между тем, коммерческие кредиты в банках выдаются под 17%. Самым популярным видом льготного кредита Верхневолжья является приоритет плюс под 3% годовых. Им воспользовались около трети всех подавших заявки. Кроме того, поддержка оказывается любым видом женского бизнеса, молодежи, социальным предпринимателям, сфере производства, экспорта, сельскому хозяйству, туризму.